Предложение по улучшению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах администрация городского округа Красногорск получает в том числе от местных жителей, за что прежде всего хочу им сказать огромное спасибо. Так, на основании коллективного обращения жителей в адрес главы городского округа Дмитрия Владимировича Волкова и по поручению главы микрорайоне Павшинская пойма по адресу Красногорский бульвар 24 подрядная организация выполнила мероприятие по устройству нового пешеходного перехода. В данный комплекс мероприятий входит нанесение дорожной разметки, установка соответствующих дорожных знаков и светофорного объекта типа Т7. Данные мероприятия по устройству пешеходного перехода позволяют, во-первых, заблаговременно предупредить водителей о выходе пешеходов на проезжую часть, а также в полной мере обеспечивает безопасность дорожного движения. Сроки выполнения работ заняли чуть менее недели. Я в числе группы, которая просила организовать этот переход, так как у меня внучка вот в этом садике, чтобы ее отвезти утром, приходится делать круг чуть ли не с километр до следующего перехода. Вот это спасибо большое, что сделали этот переход. Теперь мне очень, очень удобно будет внучку отвозить.